И всем привет, друзья, с вами Angry Cat. И сегодня я вам покажу, как получать новые вещи. И, кстати, да, мне друг посоветовал, и теперь мне предлагать не будет. Ну, немножко, правда. Так, смотрите, получается, ссылку на три этих игры я оставлю в описании. Проходите и получайте... получаете за это бесплатные вещи. Сейчас я вам покажу, какие именно. Вот такой проходим опрос. У меня сейчас на аккаунте нету этих вещей. И да, аккаунт я все-таки не поменял. Но видите, смотрите. Мы получаем, получается, вот так вот. Просто нажимаем любые ответы. Не иначе, вы не думаете, что надо через видео вот так вот нажимать. Просто... Вот, видите, когда мы вот это вот получаем, смотрите, смотрите в этот уголок, сейчас будет медалька. Вот, видите, медалька. Поставьте на паузу, и если вы знаете английский, то можете перевести. Нам дают вещи. Так, первое дает разрешение, второе дает разрешение, а третье сразу вещи даются. Тут можно давать просто любые вопросы, ответы, как я уже и говорил. Тут я не знаю, сколько вариантов обычно, но очень мало. Так. Я люблю чай. Я всегда выбираю все там еленькое и звездочку обычно ставлю. Так, надо до конца пройти уже. А третье самое долгое, кстати. Первое будет очень коротким. А третье самое долгое. Из заданий. Третье самое долгое. Всегда. Вот это даже такой столик стоит. Библиотека просто такая. Столик стоит для зачарований какой-то такой из Майнкрафта. Так, сюда. 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 Блин, это очень долго я буду, мне кажется, делать. Так, нажимаем быстрее. У вас очень быстро будет перелистываться, когда я нажимаю вот так вот. У вас очень быстро или очень долго будет перелистывать. Вот, наконец мы получили третью медальку. Так, а теперь смотрим. И вот наши вещи. Такие прикольные очечки на голову. Вот такие вот. После крылья. Вот такие крылья. Сейчас. И вот такая вот голова, можно сказать. Дается три вещи. Так, приступаем к другой. Вот, ребята, оттуда вы спавнитесь. Вам надо идти сюда. После нажимаете сюда. Проходите опросы. Тут всего 6 вопросов. Я включу видео, когда пройду. Вот, ребята, получается, вам дадут, получается, первый приз вот такой костюмчик. Прикольный. Ребята, если вас выкинут, то не волнуйтесь. Это игра. Вот что тут могут дать. Вот я прошел, вот все вот эти вот вещички. Давайте начнем одевать по очереди. Вот первое. Дальше показываю второе, третье, короче, до 6. Так, вот получается 6 это вот такой вот джетпачок, но я не могу сейчас его показать, потому что я не повернут. Дальше. Вот, как я и говорил, я не могу показать еще вот это. Так, ладно, давайте уже пройдем, и я вам покажу, начну показывать. Что-то крутое. Вот еще вот такая вот фигня. Вот. Такая вот Сатурн. Какая-нибудь Сатурн. Дальше показываю Пета и вот эту. А после видео закончится, потому что это были все популярные. Но Элли... А, да, нет, видео не закончится. Ладно, давайте. Вот еще один Пет на руку. В общем-то, дальше. Самое последнее. Это кепочка. Опа. Я не советую эту фигню, но я вот видишь. Эта шапка. Так, ладно, на сегодня это было все. Давайте сейчас я сделаю свой максимальный свой образ и попрощаюсь. Вот образ из всех вот этих костюмчиков. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.